Меня зовут Роман Савочкин, компания Kelo Market. Сегодня мы находимся на нашей производственной площадке на самом севере Карелии. До Мурманской области здесь остаются считанные километры. Именно здесь рождаются дома и бани сухостойной сосны Kelo наших заказчиков. На улице мороз минус 30 градусов. Новогодние праздники. А мы продолжаем работы по изготовлению стеновых комплектов. Основной идеей для обзора нашей производственной площадки и заготовки материала Kelo послужили часто задаваемые волнующие вопросы наших заказчиков. Начнем со знакомства с самим материалом Kelo. Kelo – это высохшая на корню сосна, произрастающая в северной части Карелии. Коры ствол уже не имеет, она отпадает в момент засыхания дерева. Что касается внешнего вида, это серебристый цвет заболы и медово-розовый оттенок сердцевины ствола. Первым очевидным преимуществом можно обозначить высокую плотность древесины, притом низкую теплопроводность. Именно высокая плотность не дает возможности проникать вредителям в сердцевину ствола, тем самым проедая ее насквозь или в глубину. Некоторые заказчики путают сухостой из других северных регионов России с Kelo, ведь там тоже есть сухостойные сосны. Важно, что именно в северных широтах Карелии чудным образом образован климат, способный дарить все те важные качества сосне, которая, высыхая на корню, становится лучшим строительным материалом. Вторым, не менее важным преимуществом, обозначим отсутствие необходимости обрабатывать и чем-либо покрывать бревна. Kelo прекрасно себя чувствует без какой-либо обработки в мягких и суровых климатических условиях. Третье преимущество – практически полное отсутствие усадки за счет изначально высохшей древесины в природных условиях. В связи с этим, после сборки стенового комплекта, сразу можно приступать к кровельным и отделочным работам, что позволяет в максимально кратчайшие сроки возвести строение. Заготовительный процесс имеет свои отличительные особенности. Материал из леса попадает сразу в интерьер. И единственным возможным решением остается ручная заготовка. Мы не можем привлекать технику, так как недопустимо повреждение материала. Перед тем, как заготовить Kelo, его нужно найти. Процент высохшей на корню сосны намного меньше живых деревьев. И не каждый ствол подойдет для строительства. Подбирается исходя из требований производства по диаметру и длине. Основная заготовка производится зимой. Материал перевозится на специальных санях, сцепленных со снегоходом, поближе к дороге, где грузится в лесовоз. После того, как материал оказался на производственной площадке, промаркированный по длине и диаметру, к работе приступает лесовоз, который отбирает бревна по нужным параметрам и подает их к стеновому комплекту. Задача подать бревна к стеновому комплекту таким образом, чтобы крановая техника могла оперативно подавать нужную длину и диаметр под определенный проект. Теперь, когда материал подготовлен и подан к срубу в соответствии с рабочей документацией, к работе приступает крановая техника. При помощи зажимов, захватывая нужные бревна, и кран подает их на площадку для очистки от снега. Далее предстоит работа чертой. Важно, чтобы бревно было очищено от снега и льда. Затем кран подает бревно на стеновой комплект. Рубщики его выставляют и очерчивают для дальнейшей выборки пазов и чаш. Пазы и чаши у бревна подготовлены, кран снова подает бревно на стеновой комплект. Рубщики укладывают его, дорабатывая сабельной пилой. Необходимо добиться максимального прилегания к предыдущему бревну. Но в Карелии я не каждый день. Лучше про основные трудности работы с материалом Kelo расскажет наш рубщик Сергей. Серег, расскажи, какие есть особенности? Ну, Kelo на самом деле является очень плотным материалом. Работать с ним намного трудозатратнее, чем с обыкновенным бревном. А также требуется точность, бережность, аккуратность пиления. А также при строительстве, при отгрузке, выгрузке, при монтаже. Главное не повредить бревно, забыло, и само бревно. А теперь Даша проведет экскурсию по строениям на нашей площадке, а затем отправимся на поиски Kelo. Всем привет! Так как мы находимся на севере Карелии, в это время года здесь самые длинные ночи в этих широтах, поэтому мы работаем в свете мощных прожекторов. Все бревна вынии, потому что на улице минус 30 градусов, но это не мешает нам понять размеры и планировки самих объектов. Начнем с коммерческого банного комплекса площадью 350 квадратных метров, средним диаметром 300-350 миллиметров, который после праздников отправится за 1500 километров в Подмосковье, а поедет он на 9 машинах. Самое интересное у нас тут.
рубятся две баньки диаметром 350 мм, площадью 50 квадратных метров. И они поедут к нам в Кело-деревню, которая создана для того, чтобы вы смогли пожить в настоящем доме из Кела и попариться в бане из Кела перед тем, как заказать свою. Здесь у нас рубится беседка, также в Московскую область, площадью 25 квадратных метров. В прошлом году заказчику сдали баню, и теперь он заказал беседку для полного комплекта. Если на площадке можно работать круглые сутки, то для поисков Кела необходимо светлое время суток. Время 8 утра. Ну что, погнали? И вот мы наконец-то нашли годную сосну. Прошел уже практически час, далеко не каждая сосна подойдет для строительства. Вначале мы выбираем ее по внешнему виду, затем валим и оцениваем состояние древесины. Отлично! Эта сосна нам подходит. Теперь ее можно увозить поближе к дороге. Обращаясь к нам, вы можете решить свою любую задачу. От строительства небольших банек под тапочки до огромных коммерческих комплексов. Ну, а наш выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!